Изображение казахстанского флага недопустимо на предметах одноразового использования. Об этом сегодня на брифинге в СЦК заявила министр культуры и спорта. Со слов Ахтоторы Имкуловой, запрещено наносить изображение флага на обертке конфет и шоколада. Также глава ведомства сообщила, что нельзя наносить изображение государственного флага на постельном белье и одежде, за исключением формы национальных сборных. Есть случаи, когда не допускается использование государственного флага. Это случаи, когда приспускается флаг в знак уважения к человеку или к какому-то предмету, когда выставляется кантоном вниз, не допускается использование флага. Также не допускается, когда флаг выставляется и задевает какой-то предмет или, например, задевает пол, землю, воду. В этом случае, конечно, не допускается использование. Не допускается нести древко флага горизонтально. Флаг всегда должен нестись под углом. Это правила, в которые нужно действительно поддерживаться.